Сюда я летел, да, и в поле колесо улетело. Все. Оп! Какое расстояние у тебя по колесам, чтобы понимать? 1600 у Нивки, 1620. Ну-ка. Ого! Ровно колеса, ровно колеса, ровно! Блин, а че он кривой-то какой? Ого! Нивка против прадика. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Итак, только что провели испытания. Проехались отлично. Академика засунули за пояс. Сейчас разгружаемся. И наш эксперимент будет продолжаться. Самое интересное должно быть впереди. Все, съехал. Все на месте. Все. Ничего не оторвалось. Все шикарно. Есть, конечно, над чем поработать. Что-то доработать. Сделаем чуть попозже. А так все идеально. Отлично. Ну что, ребятки, по коням. Эксперимент продолжается. Это вторая и заключительная часть. Сейчас мы попробуем. Оп! Все, есть, стоит. Стоит, голубчик. Главное, чтобы машинка встала ровно. Постараться по максимуму. Ну да, достаточно ровно стоит она по центру. Большое еще расстояние. Кстати, надо сейчас рулеткой замерить. Илья, рулетку возьми. Какое расстояние у тебя по колесам, чтобы понимать? Сколько? 1600. 1600 у Нивки. 1620. Окей. А посмотри, сколько расстояния у нас получилось по полностью. Да, вот, вообще целиком. Вот. Сколько там? Где-то 11. 1840. А, 1840. Да? Ну все, ты хотел подвинуть. Ну-ка покажи, как ты двигаешь. Вот она силушка-то. Ну-ка. Ну-ка. Ого. Вот это Руслан Гумеров. Силище. Вот она. Силище татарское, а. Сейчас он ее поправит. Как надо ему. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Идет, да? Ушло уже. Все уже ушло, да? Ну все, давай начинай крепить. Руль зафиксируй. Поставь ровно и зафиксируй его. И раз. Все, все, все лишнего. Так, машину загрузили. Сейчас нужно отвернуть наконечник, потому что он был установлен в транспортное положение. Так, немножко ослабили дышло. Все, она спокойно снялась. Теперь ставим на место. Окей. Все, куда ты ее? Ее надо куда-то поставить. Фиксировать будем? Надо будет фиксировать. Так, теперь будем крепить ремнями. Как? Так, немножко отъехал. Двигаем. Ставим вот такие стяжечки здесь. По центру. Хорошо. Давай, давай, еще сможешь, нет, да, сделать один? Так, еще. Еще. Надо куда-то убирать. Так, и давай тот еще раз так же сделаем, тот же, побольше его зафиксируем, помощнее. Подтяжку же делаю? Да, обязательно. Прям надо правильно, помощнее правильно сделать. Есть еще? Давай. Есть. Нормально. 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 Все шикарно. Еще чуть-чуть. Не стесняйся. Вообще, давай, 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 давай. Все должно быть единым целым. И машина должна быть прям монолитом с этим прицепом, подкатом. Если вы хотите добиться безопасности, быть уверенным, что никуда не слетит и никуда она не уедет. Нет, нет, закрой замок. Замок закрыть надо, Лер. Вот так. Вот нужно обязательно очень крепко закрепить и лучше еще в пару мест.
поставить растяжки хотя бы какие-нибудь. Талрэпы, например. Я бы вот еще талрэпы поставил, например, которые вот где-то вот здесь вот цепляют и идут туда наискосок, вот к этим частям. Может, закрепил бы. Часть, так, ну что, в принципе, вроде бы все. Ну что, Илья, давай садись за руль. Ты поставил на нейтралку машину? Да, как? На раздатке нейтральное положение нужно поставить. Я поставил, нет? Блокировку снять надо. Раздатка, нейтральное положение. Вот надо посередине, да. Воткни в середину. Вот это самое. Чтобы они крутиться не начали у нас. А то сейчас все начнет крутиться. Сейчас потихоньку дернется, а вернее ты дернешь. Потихоньку посмотрим. Илья сейчас дернет, я буду снимать. Давай. Попробуй чуть-чуть, а мы посмотрим, что будет. Руль блокирован, да, уже все. Руль заблокировал? Нет. А что? Мотор в сторону блокируется. А так не блокируется уже? В сторону только повернется. Ну поверни его. Поверни, чтобы он защелкнулся. Все, заблокировано все. Давай, заводи, поехали. Трогай, шеф. Все шикарно идет, задние колеса крутятся. Все шикарно. Ну нормально, слушай, нормально. Нормально идет. Не потерять бы только эту машину. Дупы доедем, да? Не, ну, может, да. Дупы. Почему бы нет? Посмотрим, вы меня отведете. Да. Нельзя, конечно, но мы сейчас для безопасности посадим вот этого человека, безбашенного татарина, за руль, чтобы он подстраховывал. Сохранил машину. Да, сохранил нормальную машину. Да, 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 да. Да, если слетит, твое дело, если слетит, нажимаешь на тормоз. Не дай бог. Ты будешь дополнительной страховкой. А вот здесь сейчас будет еще один нарушитель сидеть. Спокойся, да, каскадер, давай. Ну, мы же снимку делаем. Давай, садись. Готов, Илья? Да.
ну вот мы и приехали. Нет, ты скажи мне, ты что, сидел за рулем и снимал, что ли, да? Да, все снимал. Как ты там ехал, скажи, пожалуйста. Открой дверь ему. Он выйти хочет. Никак не получится. Не получится его вытащить. На эту кнопку надо нажать. Я выехал и переживал. На что ты переживал? За что ты переживал? За все переживал? За работу, чтобы она работала. Чтобы она работала. Да. Ну, как ты оцениваешь свою работу? А что, ты же знаешь, ты же кого пригласил? Меня пригласил, понимаешь? Да, самого лучшего в мире дикого татарина. Для изготовления вот этого прицепа подката. Молодец. Конструкции, да. Конструкции, да, 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 да. Молодец. Ну слушай, все, выдержала. Но. Слушай, помнишь академика, да? Но. Который. Че ты смеешься? Сосед, который ему делал, да? Ну, ранее соседа, да, и мы-то за тысячу верт, да. Приехали специально, чтобы сделал, да. Там делал сосед, да? Подкат, который не работал вообще. Колеса ходили ходуном, да? Вот, а тут. Руслан приехал за 1000 километров. Да. Не ради того, чтобы это не ехал, а наоборот, чтобы ехал. Короче, все удалось. У академика мы за пояс засунули. Правильно? Конечно. Вот. И теперь у нас будут самые хорошие, лучшие, надежные в мире подкаты, да? Руслан? Еще лучше сделаем еще. Еще лучше сделаем? Да. Да. Ну, это супер, но еще лучше. Ну, в общем, это прототип. Который Руслан уже выпустил не один, да? 30. Ты 30 уже таких выпустил, да? 2-3 разбора только, 30 так. Ага, этот у нас ведь тоже разборный, да? Фактически, да. Ну там. Мы сейчас будем дышло, укорачивать, либо здесь, либо здесь. Ты короче его хочешь сделать? Ну да, чтобы салон закинуть. А, в салон закинуть. Вот этот сюда поставим, и с той стороны тоже, чтобы короче. А, то есть было. Два соединения сделаем, да. Еще, да? Потому что 1300 как бы выходит. Ну да, чтобы короче было. Еще а у нас сейчас какая ширина по колесам, по габариту вообще? Вот? 2,50? Ну, не больше. 2. А? 2,52. Давай пробуем задом заехать. Ровно колеса, ровно колеса, ровно. Ровно колеса. Да. Все, ровно. Ну, сейчас посмотрим. Ну, все, заехал. Как? Научился так заезжать. Попробуем. Нас спасает то, что это Нива, конечно. Достаточно высокая посадка. Ну, в принципе, для внедорожников мы его и рассчитывали, этот подкат. Так что все, в принципе, работает. Если пониже машина будет, тоже должно получиться. Ну, посмотрим. Попозже. Сейчас мы проведем, вернее, продолжим наш эксперимент с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. Все, скатился. Шикарно. Блин, а что он кривой-то какой? Ну-ка давай, поправь его, Руслан. Так, давайте покажите, как полностью работает по максималке. Насколько хватает? Ага, ну нормально. Хорошо. А это вот мы зафиксируем. Для чего? Это для транспортного положения, если вдруг кто-то захочет его буксировать без автомобиля. Чтобы колеса не гуляли, как у академика. Нужно вот этой тягой фиксировать. Ну, академик, они гуляли, конечно, когда погружен автомобиль был. Ну, у него спец был. Да, у него спец был, друг просто, сосед. Вот я еще что хочу добавить. В принципе, нужно еще сделать упоры какие-то. Пусть они просто будут сами по себе. Просто когда машина заезжает по трапам, вот сюда вот идет нагрузка большая. Эта нагрузка, соответственно, выворачивает все дышло вместе с машиной, то есть в обратную сторону. Вот чтобы эту нагрузку снять, вот сюда нужно предусматривать какие-то упоры, чтобы они вертикально стояли, чтобы немножечко это все снимать эти нагрузки неправильные и лишние. А мы сейчас будем грузить на этот подкат прадик. Да. Самое интересное впереди. Ты ему давай вставай, показывай, направляй его, правильно он заезжает или нет. Хватит вообще по ширине?
У меня просто 1900 по колесам по наружке, а у тебя 1830. Он, скорее всего, не станет. Но мы просто пробуем. Давай пробуем. Ага, давай, 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 давай. Давай. А ты что не поставил? Ого! Слушай, он что, встал, что ли, на самом интересном месте? Я убрал. Слушай, здесь встал. И здесь встал. И там встал? Как раз под твой размер. Слушай, под мой размер, под размер прадика сделан. С моими 18-ми колесами, да? Нет, 17-ми у меня колеса, да? Да, слушайте, встал, ребята, встал. Ну, что я вам хочу сказать? Пробуем? Крепим? Крепим? Давайте. Про это не говорил. А вот сейчас будет самое интересное, да, испытание. Нивка, где дверка, должна будет отвести прадик. Нивка против прадика или прадик против Нивки? Посмотрим. Ехать не будет.
пойму. Вот так вот стоит она. Ну все, испытания прошли успешно. Сейчас снимаем. Вы сейчас смотрите, надо с тобой планировали. Еще два колеса сзади, да? Чтобы полноприводные полностью таскать. Ну, чтобы машины, ну да? Понятно, да. Чтобы сзади тоже да. Были колеса. Два колеса. Тележка, тележки. Да, подкатная тележка. Будет полноприводно спокойно таскать. Чтобы... Ну, то есть передняя ось стоит на подкате, да, задняя стоит на двух колесах. Ну да. Да. Хорошо, да, согласен. Кстати, в Прадике по документам 2 400 тонны. По факту не знаю. Но подкат без проблем справился. Нивка справилась. Нивка, трудяга, пятидверочка. Ого. О-ло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 . Вот и пригодился вот этот фигня, когда спускаешь. Да, вот этот фиксатор. Да, вот этот вот. Фиксирует. Если его ставишь, и тогда проблема эта снимается. Фиксация нельзя спускаться, видишь? Да, фиксация надо нужна, согласен, ставить. согласен. Удалось заснять, кстати, этот момент, это здорово. Руслан, скажи, этот прицеп уже можно продавать или нет? Да нет, доводить надо до ума и полностью подкрасить и продавать. А, ты хочешь сказать, что надо поставить новые наконечники, да? Новые шаровые, а шаровые старые стоят, да? Да, шаровые для сварки ты не ставишь. Ну да, для проверки, для вот этого прототипа прицепа. Ну, в принципе, он нормально себя ведет и работает, и ничего не будет. В крузак держится, конечно. Крузак, да, крузак держит. Мы же не рассчитываем на 2,5, мы рассчитываем только на 1,5. Нет, ну 2,5 на него не заехало, на него заехал только перевод крузака, ну, понимаешь? Ну, а перевод крузака ну, это... Это идет на все. Вот у переднеприводных автомобилей, вернее, у с переднего расположения двигателя, у них примерно 60-70% массы распределяется наперед. То есть, если 2,400 у нас... 1,5 тонны? Ну, мы, то есть получается, что мы 1,5 тонны примерно загнали на него, проверили, прокатились, повернулись и все сработало. В принципе, он работает, на нем можно что хочешь уже возить, теоретически поменять только наконечник, ну так, да, спокойствие, чтобы новые поставить, да, например. И все, сама конструкция надежная, ничего никуда не лопается, не прогибается, все проверено. Вот если вот классические кулаки, да, классические, ага. Они нагрузки не держат, то они этот тону даже не удержат. Ну мы классику поставили. Нет. Кулак, да, а ступицу нет, восьмерочную. А, ты впереди поставил кулак классику, да, а ступицу восьмерочную воткнул, да? Ну передний. Да. И передний подшипник там, да, по-моему? Да. А нет, задняя восьмерочная. Задняя ты ставил? Нагрузки они то есть ты поставил восьмерочные, нифига они не больше держат нагрузки. Больше. Нет, нет. Чем классические, да, вот не спорь со мной, я тебе сразу скажу, они намного больше держат. Ты по сравнению с классикой сравниваешь, да? Ступицы классика и ступицы восьмерка, правильно? Да. Ладно, короче, прицеп готов к продаже. Если кому надо, можем отдать его. У вас будет... Прям вот настоящий, знаменитый от уже. От Руслана Гумерова, да. Прицеп на поворотных кулаках. Подкат от Руслана Гумерова. Дикого татарина. Который их сделал уже 30 штук. 31, да. Уже 31. Молодец, красавец. Ну все, шикарно. Ты видел, как у меня этот колесо улетал на семерке, понял? Куда? Я попутал за спину, да? Вот куда у тебя улетало колесо? В поле улетало. Туда я летел, да. И в поле колесо улетело. Все. А с чего? С прицепа подката? Не с прицепа подката, с классического кулака. На, который стоял на прицепе подкате? Нет, стоял на семерке на машине. А у тебя улетело колесо в поле? Да. На скорости 120 км в час? Да. Подшипник ее не держит, не рассчитан держать. Там два подшипника стоят, не рассчитан не держать. Ну, а классические подшипники, да, они слабенькие. А восьмерочные, они держат все, они вечные. Поэтому ты использовал их в изготовлении этого подката. И восьмерочные. Красавец. Но все равно, мне кажется, мы вот сейчас крузак поставили, мы его перегрузили нагрузкой. Ну, мы проверили, перегруз сделали, все работает. Аккуратненько, спокойненько, все можно перетаскивать и на нем. Так что мне понравилось это дело.